Домиком готовимся к переходу через реку. Переплыву. Переплыву, да. У нас уже велосипеды испачканы в говнище. Мы морально готовы, это можно понять по выражению наших лиц. Довольных. Да. Уставших, но довольных. Это бушующая река угрожает нам опасностью. Но мы же настоящие мужики. Мы сделаем все как надо. Не беспокойтесь. Давай, Димик. I believe in you. А? Наступай на большие булыжники. Camel Trophy. Ну вот. Мы выжили. Да. Бушующая река. С Димиком только что преодолели лужу говна. Вон она. А вон Димик. Это реально похоже на говно. Да. Ну, на определенный его вид. Жидкий. Я же доктор. Слонику было плохо. У слоника болел животик. Мы продолжаем. Репортаж. Позади нас ждут приключения. А позади нас ждало вон что. Шел пятый день. Жрать было нечего. Мы набрели на апельсиновое поле. И здесь есть еда. Витамины, блядь. Я сначала думал, что сожру Диму. Но пожалел. Но тут появились апельсины. Апельсины намного вкуснее, Дима. Я Диму оставлю на десерт. Какой десерт? Я тут первое, второе и третье. Мне доктор не разрешает. Жирное. Димка, главное, ты это никому не показывай. Димка, ты будешь смотреть это через 50 лет. Извини. А кто это там у эти оба? Ну, чьи-то, естественно. Вон того мужика с двухстволкой. Это все наши велосипеды, испачканные в грязи. Вот, мы приехали к еще одному водопаду, где много красивых птиц. Вон туда продолжается наша дорога. Туда и будем путь держать. Едем мы до больницы, до первой больницы. Да, сюда. Едем мы в Асуту. Покорять. Яла. Яла. Какие прытки. Да, да. Сама дура. Велосипеды наши. То они нас, то мы их. Их цивилизация. Вон Асута, Нес. А вот и цивилизация. А вот и грузовик. А вот и здрасте. А вон и Асута. Родная. Асута матушка. С
смотри, там финиш, вон он, желтеньким. Давай сейчас. Нагибки рунат, но... А как же финиш? А, мы едем дальше. Так, поехали по Маслюлю. Где мы едем? Димик, еще один финиш. Это финиш. Он зеленый. И ты проехал финиш. Я не знаю, по-моему, мы гоним. По-моему, его нет. Так, ну что, Димик, мы уже приехали в цивилизованный мир. Мы сейчас едем в парк Еркон. Нам все так же круто. Нас колбасит. Да. Да, у нас есть много мандаринов с собой, бананы. Мы не умрем с голодухи. Мандарины с хомрой от бара. Хомрой от бара, да. И я теперь уже не буду есть Димика. Все, даже на десерт. Ешь. Да. Но мы едем к морю. До скорой встречи, господа. Где дамы? Здесь вообще круто, мы можем сделать еще в два раза больше мерхак. Мы прибываем в путь назначения. Final destination. Да. Вот она, земля обетованная, Эру Цесруэ. Вот они мы. А вот оно, море. Предъедемное. А вон там гирсли и петух. Теперь наш путь пролегает около другого водоема. Средиземного моря. Так вот. Вон там Димик. А вон там гирсли и петух. Там женщина. Красота. Димик, может, искупаемся? Как? Как? Может, искупаемся? Я посмотрю на тебя. Достигли нашей конечной цели. На сегодня. На сегодня, да. Мы приехали к Средиземному морю. И нам здесь очень понравилось. Супер. Мы приедем покушали сюда еще. Мандаринки. Да, мандаринки покушали, да, которые натырили на полях. Вот. И все. Отсюда мы двигаемся уже обратно. Вот в сторону Тетах Пипл. Да, связи. Пиплы. Ну-ка поближе подъезжай. Еще. Хочу передать привет, давай. Пару слов для собачьей прессы. Джунгли города, Димик. Йоу. Вот результат, а вот лицо. А вон там дом. Вперед. Приближаемся к реальному финишу. Мы уже в Питахтикве. Силы на исходе. Было круто, познавательно, и хочется еще. Вот. Димик, хочется еще? Хочется. Хочется. Но пока не может. Да, в следующий раз будет легче. Следующие 50 километров дадутся нам проще. Вот так. Все, мы достигли. Скоро, да.
Димик, смотри камеру. Скажи, сколько мы проехали? 40 километров. 40 километров. Вот наш маслюль. Вот, мы очень круты. Когда мы будем старыми перцами, мы будем смотреть и говорить: Димка, смотри. Смотря вот как мы проехали. Да. Ну вот, эй, подожди, хотим сказать спасибо нашим любимым женам. Да, да, что звонили не так часто, как могли бы. Да, что взяли на себя эту важную миссию детей. Вот, мы вас очень любим, наши любимые девочки. И я свою, он свою, конечно. Вот, и, в общем, нашим детям тоже спасибо. Да, детям спасибо, что они есть. Вот, мы вас любим, дети, жены, вот. И мы любим велосипеды. Которые, они братья, очевидно. Да, они братья. То этот скрипит, то этот скрипит. Акробатия. Он переходит. Плавно переходит. Так, ну, Димик, значит, в общем, это, до следующих 40 километров. Теперь это будет уже не 40. О, я боюсь, что я завтра реально не встану. Нет, ты не встанешь послезавтра. Пока. Дядя.